На трассе М5 столкнулись сразу 4 больших груза. МАН, 2 Мерседеса и КАМАЗ. Со слов водителей, причиной аварии, возможно, стала техническая неисправность одной из машин. На крутом спуске с поворотом у одного из грузовиков отказали тормоза. В итоге МАН врезался в ехавший впереди Мерседес. Затем протаранил КАМАЗ и по цепочке задел еще один больший груз. Дальнобойщики не пострадали чудом. А на этом видео водитель, выезжая со двора, слишком поздно остановился. В итоге столкнулся с автомобилем на главной дороге. А на этих кадрах жительница Озерска переходит дорогу в неположенном месте. При этом даже не смотрит на автомобили. Ну, прям за маршрутка. А ведь до ближайшего пешеходного перехода было всего пару метров.